соседей ставили, например, в Дании, там целая программа есть специальная, как только не допустить, чтобы к ним эта собака от соседей через границу проникла. Для того, что датчане ставят камеры вдоль границы, и на этих камерах они смотрят, там не появится ли у них энтомитка. Потому что если появляется, они отлавливают ее, ну, стерилизуют, ставят ошейники специальные с радиометкой, чтобы отследить их перемещение. Ну, собака на первое время еще какое-то ищет все равно. И, ну, соответственно, бигбук, она находит его, друга, он тоже отлавливает, и все так наклёжно, по принципу, с нужного года он с ним делается. Вот, потому что, как бы, интеллект собака считается, что это лично. Ничего себе, как это лично. Нет, вообще-то все животные считаются у нас кем? Кем? Нет, вредителем человека. Она... А просто никто не задумывается о том, что...